Біздер бүгін табиғатының сұлулығы жағынан ешбір ауданнан қалыс қалмайтын қазақша атауы санамызға жатталып үлгерген Бәйтерек ауданындамыз, достар. Қош келесіздер, біздермен бірге болыңыздар. Меня зовут Буликбаев Галим. Я работаю инспектором в Херсанском лесничестве. Херсанское лесничество находится на территории Херсанского заказника. Имеет площадь, общую площадь 7161 гектар. У нас в основном пойменные леса. Такие деревья, как тополь черный, осокорь, тополь белый, ива древовидные, ясен, вяз гладкий. А кустарниковые, это значит терновник, жимолость татарская, ивы кустарниковые, шиповник. Из животных водятся там лоси в небольшом количестве, косули, кабаны, барсук, водятся лиса. А из птиц там насчитывается около 100 видов птиц. А косули, тут кормушки, зимой веточный корм. Развешиваю и сено. Заготавливаем сено. Ерғанат аты, міне осы бір керемет сөзді жүрегіме жақын қабылдаймын, себебі әрбір қазақтың жүрегінде жылқыға деген құрметі, махаббаты шексіз. Білмеймін, ерекше жақсы көреміз табиғатымыздан сондай. Бүгін бір ауылды сағынып келгенде осы жерге келіп бір сағынышыңды басқандай боласың. Саят этно-туристік орталығындамыз. Келіңіздер, қош келесіздер. Ал мына жылқының түрі өте бөлек, ол пони, өте кішкентай. Осын понидің да түрлері бар, осы жаққа келсеңіздер көре аласыздар. Ой, кішкентай, мен сияқты келдің бе? Барлықтарыңыз білетіндей, мексикалық сериалдарда осындай шерифтер болады ғой. Міне дәл осындай, олар да жылқыны жақсы көреді, Саятта да. Осындай арнайы бір бұрыш арналған екен. Енді мүмкіндігінше қудыртқан бұл жерде келіп фотосессия да жасап жатады. Тіпті лав сторияларда түсіріп жатады. Сіздер көрген жастар болса, қосылып жатқан жұптар жылқыға мініп жүрсе, демек олар өздерінің бейне роликтерін, лав сторилерін осы Саятта түсірген. Да, да, да. Не страшно.
2018 жылы өз жұмысын бастаған Саят этно-туристік орталығы бүгінге дейін көптеген құрылыс нысандарын тұрғызған. Оның ішінде мейрамханасы бар, қонақ үйі бар. Сізге қажеттінің барлығын табуға болады. Және де ол жұмыстар осымен тоқтаған жоқ, жоспарда тағы да біраз құрылыс нысандарын салу ойда бар екен. Яғни спорттық алаңдар, тағы да жылқылар әкелсек деген жоспарлары бар екен. Сондай бір еңбек жүруде, келіңіздер, өздеріңіз бағасын бересіздер. Қымбат достар, біздер дәстүр бойынша әрбір аудандағы керемет жерлермен сіздерді таныстырып келеміз. Сондай керемет жерлердің бірі бүгін Бәйтерек ауданындағы музейдеміз. Бұл музейдің 40 жылдық тарихы бар, және де керемет жазушы Нобель сыйлығының иегері Шолохов осы жерде тоқтаған болатын, тұрақтаған болатын. Толық ақпаратты сіздерге қазір осы музейдің қызметкері Антонина Константиновна түсіндіретін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Мы сейчас находимся непосредственно в доме музея, мемориальной части нашего музея. Этот небольшой саманный домик когда-то послужил приютом для семьи Михаила Александровича Шолохова. В тяжелые годы войны, в 1942 году, в июле месяце, Михаил Александрович привез сюда в эвакуацию свою семью. Свидетельством пребывания здесь семьи Михаила Александровича Шолохова служит картина художника Язева. Почему именно Казахстан и почему именно село Даринское выбирает Михаил Александрович Шолохов? Как известно, он сам родом из Российской Федерации, Ростовской области, станицы Вешенская. Сам Михаил Александрович находился с первых дней на фронте. И вот 1942 год его пришелся на Сталинградский фронт. А если из истории помните, то ближайший тыл Сталинграда был Западный Казахстан. Именно поэтому Михаил Александрович решил привезти свою семью сюда. На этом портрете как раз изображен Михаил Александрович в один из приездов сюда, в Даринск, навестить свою семью. Здесь, в Даринске, он написал первые главы своего военного романа «Они сражались за Родину». Здесь же в музее мы собираем Шолоховскую библиотеку. Очень много писателей и поэтов в разное время бывали в нашем музее. Каждый в дань уважения Михаилу Александровичу оставили свои произведения. Здесь мы можем их увидеть и вот здесь. Когда в 1942 году, 43 году Шолоховы уже уезжают на родину, Михаил Александрович пообещал своим друзьям, у которых здесь в Казахстане за этот небольшой промежуток времени появилось очень много, что обязательно вернется. Свои обещания он сдержал. И в первую мирную осень, в сентябре 1945 года, Шолоховы приехали сюда вновь. И эти поездки продолжились до 1974 года. То есть почти 30 лет своей жизни Михаил Александрович посвятил Казахстану. И всегда говорил, что у меня две родины – Тихий Дон и Седой Урал. На Дону я казак, на Урале казах. Два народа имеют одно имя. Нужно смотреть глубже в корень. В этой части экспозиции представлены тоже личные вещи Михаила Александровича. Это двухспальная палатка, все походные принадлежности. Палатка двухспальная – это тоже свидетельница одного исторического события, которое связывают Михаила Александровича с Казахстаном. В 1965 году, в октябре месяце, находясь именно здесь, у нас, на озере Желтыркуль, Михаил Александрович узнал весть о том, что он стал Нобелевским лауреатом. И вот в этой палатке он давал свое первое интервью уже как Нобелевский лауреат корреспонденту газеты «Правда» Лукину Юрию Борисовичу, который специальным рейсом прилетел из Москвы, и рассказывал о том, какие он чувства испытывает, вот узнав о том, что он стал Нобелевским лауреатом.
Сіздер мен біздер тұтынатын өнімдер полуфабрикаттар мен осы дүкенде сатылатын барлық заттар Бәйтерек ауданында жасалады. Біздер дәл қазір сол жерге баратын боламыз, достар. Наш цех был образован в 2005 году, тогда еще мы были крестьянское хозяйство «Махорин», а 2 года назад мы стали акционерным обществом «Казакбас». Но начинали мы сначала с производства тушенки. Всех видов тушенку производили. Говядина, свинина, баранина, конина, субпродукты, гуляши делали. Это все мы производили. В последнее время мы перешли на полуфабрикаты, потому что мы спрос на полуфабрикаты очень хороший, мы не успеваем. И в основном вот сейчас делаем только полуфабрикаты. Производим 11 наименований продукции. Это пельмени, котлеты, манты 4 видов, пельмени 2 видов, вареньки, тефтели, фрикадельки. А здесь производим вот манты домашние. Манты вообще 4 видов. Манты домашние, манты куриные, манты с тыквой с мясом, манты с картошкой с мясом. Мен ең алғаш бұл жерде 2012 жылы келіп, достарыммен мектеп бітірген кезде демалған болатынмын. Сондай жанға жайлы демалыс орындарының бірі. Барлықтарыңызға кеңес берем, себебі бұл жердің 20 жылдық тарихы бар, уақытпен сыналған сапа. Кемпинг «Мечта» деп аталады, Бәйтерек ауданында орналасқан. Жыл мезгіліне қарамай демалуға болады, яғни қыста да, жазда да барлық мүмкіндіктер жасалған, қолайлы, бағасы да тиімді, спорттық шаралар ұйымдастыруға болады. Ана футбол ойнайтын жер, волейбол ойнайтын жер, қонақ үйі, тіпті тойханаға дейін бар бұл жерде. Не қаласаңыздар, барлығын табасыздар. Келіңіздер.